«Ниндзя-завр», автор сценария Джефф Вастила. Давай, Абби, быстрее. Хочешь быстрее? Сейчас будет быстрее. Ладно, посмотрим, как получится у тебя, Пука. О! Вот это прокатились. Слежка медленно. Где мы? Эй! Это не деревня, Суга! Дом — это не место. Дом — там, где сердце. О, нет! Куда мы будем ходить за покупками? Наверное, Пока так сильно закрутила нас, что мы вернулись назад во времени. Сусу, на тебе сидит москит. Я прихлопну, не шевелись. За ним! Очень важно всегда думать о хорошем. По крайней мере, мы знаем, где он. Эй, что это там? О, отлично! Наверное, это астероид, который погубил динозавров. Нужно спасать Соса. И быстро! О, ой, мама! Это какие-то предки человека. Мне нравится цвет их волос. Жалко, что нам нечем их отвлечь. О, вы не возражаете против чашечки чая? Ну, разумеется. И давайте что-нибудь сделаем с этими ужасными прическами. С этим мы справились. Теперь надо спасать Соса. Да, пока астероид не убил всех нас. Семья — это те, с кем всегда чувствуешь себя защищенным. А? О, это просто малыш. Отнесем его к матери. Ну же, Сосо! Мы хотим спасти тебя! Чтобы спасаться, должна быть угроза. А угроза — это состояние разума. Да заткнись ты и пошли с нами! Сюда летит астероид! Thank you.
сматываемся отсюда! Если динозавров погубил не астероид, тогда что, интересно? Даже не хочу возвращаться туда. Да, Пока больше не будет крутить карусель. Хотя с ее руками ей теперь было бы несложно. Пука! Пука!